прошлый раз мне не удалось добрать подосиновики. Вот я приехал спустя 2 дня. Значит, вот 2 грибка стоит. Так, дальше. Идем. Тут бац. И вот такая плантация. Значит, вот еще 2 подосиновика желтобуры. Дальше группа. Очень хороший размер. Дальше. Вот еще один. 2 переростка оставляем. Для того, чтобы отдавали свое потомство. И впереди он стоит прям такой эталонный вид подосиновика желтобурого. Угу. Остан. А